Так, перед записью немного подрокликаю. Так. А чё, катка уже началась? И всем привет, с вами я, Гера, и сегодня мы поиграем в SkyWars. Погнали! Сегодня мы будем рассказывать очень интересную историю. В общем, это история о том, как я, когда играл в SkyWars, мне попался читер. Вот. Я его выиграл. И так, давайте сольем вот этого челика. Так, так. Да он читер! Ой, я выиграл! Вот и наша первая каточка, значит, закончилась очень хорошо. Я вам продолжу рассказывать историю в следующей катке. Погнали! Фух! Ядрит, 43 кпс сделал! Так, ладно, все, снимаем видео. Так, надо додумать историю, которую я рассказывал. Вот, все, придумал. И вот началась наша вторая каточка. Я вам сейчас буду рассказывать историю дальше. В общем, так вот, встретился мне читер. Я его, значит, победил. Вот. И он мне, короче, как-то, не знаю как, он нашел, короче, меня ВКонтакте. Начал мне писать то, что я, как бы, это, ну, не на того нарвался. В общем, давайте сольем вот этого челика. Так, в общем, вот он мне стал говорить то, что он не на того нарвался. Точнее, я не на того нарвался. Потом он скинул мой домашний адрес и сказал, если я не перешлю ему 5000 рублей, то он придет ко мне домой. Но я подумал, то, что это просто какая-то случайность, и то, что он не поедет ко мне домой. И, ну, послал его куда подальше. И как бы забыл про эту ситуацию. Так, вот у нас третья каточка сейчас будет, в прошлом мы выиграли. Так вот, забыл про эту ситуацию, значит. И на следующий день, в общем, я такой просыпаюсь. Типа, все хорошо. И тут ко мне в дверь вот такой вот звук. Открывай, собака! Я такой думаю, что за фигня? Открываю дверь, а там этот читер стоит и говорит, слышь ты, продай свои читы приватные. Он думал, что у меня читы. Так, серьезное видео. В общем, он думал, что у меня читы. Я сказал ему, что я играл без читов, показал мою папку Майнкрафта. И он такой, типа, ну ладно. Кстати, давайте я вам покажу, как я умею строиться Goodbrick. Блин, почему я не упал? Что делать? Ладно, сделаю вид, что я реально круто строюсь. Вижу, вот таким вот образом. Давайте сольем вот этого челика. Так, получай, 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 получай. Изи, просто. Что-то я под конец ролика разогрелся и стал профессионалом. Ну ладно. Фу. В общем, с вами был я, Гера. Всем удачи и всем пока! Не устану. Не устану. Не устану.